Мы увидим, насколько важно вызвать в человеческом разуме радикальную революцию. Кризис — это прежде всего кризис в сознании. Кризис, который больше не может принимать старые нормы, старые модели, древние традиции. И учитывая, каков мир сегодня, со всеми его страданиями, конфликтами, разрушительной жестокостью, агрессией и так далее, человек все такой же, как прежде, все такой же жестокий, неистовый, агрессивный, жадный, соперничающий. И это он создал общество в соответствии с этими своими качествами.